Всем привет, с вами канал Тхагер Наутплей, и это Наруто Шипуден Ультиматум Ниндзя Шторм 4. Режим приключения Наруто Узумаки Тропа Бури. Так, в прошлой серии мы были в деревне Облака, но сейчас мы тут же до сих пор. Сейчас задание сдам и отправимся дальше по сюжету. Так, мы свиток отдали. Так, надо сейчас кошечку вернуть, парнишки. Где-то он там дальше вроде был. Вот он. Хиноски вернулась, это ты ее нашел? Это ведь твоя работа, да? Спасибо. Золотой сюрикен дали 5 штук. Так, ну вроде все, мы здесь все сделали. Все миссии у нас здесь выполнены. Можно возвращаться. Так, я один по заданию. Что у нас по заданию-то? Так, Гай, это понятно. А, воспоминания о долине. Надо в долину сходить. Надо хотел сказать, да, долина. Так. Вот она. Так, в этом месте вели суровые бои с самого дня основания Конохи. Давайте сюда. Долина завершения. Полазим здесь. Долина завершения. А, тут Наруто Саски все разгромили. Это долина завершения. Да. О чем я только думаю, конечно, его здесь нет. А, на это вообще Саски. Что случилось с Сакурой? А? Ничего. Все мои воспоминания об этом месте связаны с Саски. Ты ведь сражался с ним здесь не только после Великой войны, но и когда он ушел из деревни. Да. Тогда Саски хотел стать достаточно сильным, чтобы победить Итачи, и он отправился в убежище Орочимару. Сначала воспоминания пойду. Но я не мог просто отпустить его. Я, Шикамару и все остальные отправились за ним. Да, это сейчас конец первого сезона, да, ну. Тогда я наконец попал в эту долину. Саски не хотел меня слушать, и я сразился с ним, пытаясь силой остановить его. О, сейчас будет бой. Наруто и Саски. Это бой. Конец первого сезона. Первый сезон закончен вот на этом месте. Вроде бы там они там сражались. В итоге Саски как бы победил и покинул деревню. Ну и потом Наруто ушел обучаться в Джирай. Так, вот еще в этом режиме сразу. Моя очередь. Вали.
Терасангамом. Падла. Довольно так ли, Саски, это бой окончен. Так, S. Дали нам S, да, так. Сколько воспоминаний получили. Мы получили карту ниндзя 590. Так. Бой был жесткий. Мы оба израсходовали все свои силы и очень сильно друг друга побили. И в конце нашем последнем столкновении я не смог схватить его за руку. Это было непросто. Но ведь только благодаря той битве Саски смог в итоге вернуться. Думаю, он так и не забыл, как отчаянно ты пытался его остановить. И поэтому в конце концов... Да, наверняка. Правда, он мне об этом никогда не говорил. Так что, кто знает. Но надеюсь, все дело именно в этом. Это путешествие помогло мне понять. Оно то повлиял на Саски, на 5 КГ, на каждого жителя нашей деревни, даже на людей из других деревень. Он изменил жизни многих. Я уже и так все это знала, но похоже, твои воспоминания о Саске куда глубже моих. Куда глубже. Ну, мы с ним и правда через многое прошли. Но у меня еще полно воспоминаний и о других людях. А, Ирука-сенсей, Джирая, Казакаги, Пейн. О том, как Ирука-сенсей злился на меня. Мои тренировки со стариком-отшельником. О том, как я впервые увидел Гару и членов его семьи. То, как я сражался с Акацуки и Пейном. И, конечно же, о том, как я поговорил с папой. И о том, как обнял маму. Теперь даже эта великая война превратилась для меня в бесценное воспоминание. И что куда важнее, я встретил вас, Сакуру и Хината, а также я встретил Саски и всех остальных. Я верю, что именно это сделало меня таким, каким я стал. Так что хватит болтать о том, что глубже, а что нет. Все воспоминания важны. Это так глупо, простите за излишний драматизм. Но это так похоже на тебя. Да. Что это значит? Похоже на меня. Вы, наверное, думаете, что я снова болтаю о всякой чепухе, да? Вовсе нет. Вовсе нет. Я прекрасно понимаю тебя, Наруто.
Точно так же все мои воспоминания важны для меня. Они придают мне сил. Да. Хината, ты... Так, это была последняя остановка. Пора возвращаться. Да. Давайте собираться назад в Каноху. Так, а мы здесь побегать можем или нет? Что, нас сюда не пустят обратно, что ли? Так. Ну, там, наверное, задание ничего нет такого. А, нифига, он даже так показывает. Вздыхает. Нифига, прикольно, даже мультик. В конце концов, ничего не произошло. Хината, мне жаль. Я сказал, что поддержу тебя, но от меня было мало толку. Все хорошо. Пусть и недолго, но я смогла побыть с Наруто и узнать о пути, который он прошел. Наруто удивительный человек, я смогла снова в этом убедиться. Хината? Но Наруто должен и дальше оставаться Наруто. Он всегда готов помочь. И это... Знаешь, а мне нравятся люди вроде тебя. Делает меня счастливой. Сакура, спасибо тебе. Я так рада, что смогла отправиться с вами в это путешествие. Да я должна благодарить тебя. Я понимаю, что Хината чувствует к Наруто. Я чувствую то же самое. Твои чувства и уверенность придали мне сил. Хината. Сакура? Мы влюбились не в тех парней, да? Сакура, Хината, что вы так долго? Ничего, уже идем. Надо. Давай постараемся как следует, да. Ветер танцует. Он витает в небесах, проплывает по морю, шелестит в траве. Типа на этом история заканчивается, что ли? Однажды нежный ветер заполнит их сердца. Ну, Саски. Но пока этот день не пришел, они должны быть сильными. И справляться со всем, что... что ждет их в пути. Ведь этот путь один из многих, что ведут нас к будущему. Не, я не думал, что такие же видосики будут. Он называется «Путь ниндзя». Тропа бури. Конец. Ну, это типа завершение как бы основной сюжетной линии, но там еще есть задания. Простые, можно их повыполнять. Вроде на карте много места, а не везде побудем. Да, интересно. Там еще в DLC еще есть две сюжетки. Там уже про Шикамару и про Гару вроде сюжетки. А нет, еще не конец. У меня там еще основные задания же остались. Мы на месте. Спасибо, что сходили со мной. Не за что. Я сама поговорю с Какаши-сенсеем, так что можно расходиться. Спасибо, Наруто, мне очень понравилось это путешествие.
Хорошая прогулка никогда не повредит. Давай-ка как-нибудь повторим. Да. Наруто и Хинато, думаю, это было не напрасно. Мы справились. Испытание долины завершения. Завершение долины завершения. Наруто вспоминает Саски. Воспоминания, которыми наполняется его сердце, приносят ему одновременно боль и радость, но делают его сильнее. Поняв это, Хината нежно улыбается. Так, выполнить задание. Ну, мы сюжетную основную прошли. А сейчас? Что же мне делать дальше? Арт, у тебя есть минутка? Приз получен, эксперт тропы бури. В чем дело? Если ты собираешься отправиться в лес или хотя бы будешь рядом с ним, будь осторожнее. Мы обнаружили чужеродную чакру в нескольких местах. Она ведет себя как сгусток мыслей. Если держаться от нее подальше, бояться нечего, но если подойти слишком близко, придется с ней сражаться. Думаю, я мог бы избавиться от нее, чтобы остальные могли ничего не бояться. Я сомневаюсь, что тебе это под силу, Наруто. Так или иначе, будь осторожнее. Понял. Вот это сгусток чакры, заверши все дополнительные события. После завершения основных событий в игре открывается много нового. Например, побочные задания. Также существуют особые задания, которые появятся только после завершения основных событий. Так что будьте начеку. Внезапные события. Сгустки мыслей. Во внезапных событиях есть сгустки мыслей. Особый тип боя. Эти сражения сложнее обычных. Сгустки с красной аурой представляют чрезвычайно высокую сложность. А сгустки с фиолетовой аурой высокую сложность. Разумеется, за победу вам полагается отличная награда. Считается, что сгустки появляются в пустынных местах. Окей. Так, вот здесь пока нету, да? Сай стоит перед Амугуриамой, похоже, что-то его очень тронуло. Попробуйте поговорить с ним и узнать, что случилось. Так, моя дорогая старшая сестра, кто-то наблюдает за Наруто из тени. Если найдете в Каноге подозрительного человека, попробуйте с ним поговорить. Хинаби. Перейти к режиму карты. Здесь кристаллы новые. Давайте по ним пробежимся. Новые какие-то бои появились. За бой. Так, выключили осколок сна, начало последнего боя. Каноха. Следуя указанию 5 Каге, Наруто решает сразиться с Тоби, ложным Мадарой, вместе с Гаем и Какаши, пришедшими ему на помощь. Наруто наносит удар, но человек в маске остается невозмутим, и бой продолжается дальше. Да, давайте. Защита противника увеличена на 90. Давай. Только я не знаю, как начать бой. Тяжко будет. На 90 у него урон увеличен. Надо его прям по полной прессовать. Так. Окей. Давай.
оно. А вау, так. Сколько сегодня там мощный мега сдал по фундам. Получил. Давай, бьем на технику. О! А, не успел бьем на технику сделать. Я не останавливаюсь, пока не сравню с ним. Хотел по-другому завалить, но не получилось. Можешь отрицать сколько угодно, но это не важно. Этот мир... Чего? Ладно. Так... осколки. Так. Чё, подожди, чай какой-то с нами, типа, должен следить, да? Надо. Надо оглядываться, чё так всё затряслось. Так, Юруки, сколько там надо? На этот раз ты выполнил все задания, это так? Еще нет. Послушай, мне нужно, чтобы ты выполнил 15 заданий. Я рассчитываю на тебя. Бля, как это задание выполнил? Ну. Заверши 15, минимум 15 списей заданий Ивусу. А потом расскажи. Какая-то подозрительная парочка. А, и Чираку, а где Чираку? Сейчас там пропалим.
Я так и не понял, что за 50 заданий. А, пройти шагов 1000, пройти шагов 5000. Уничтожить деревянный ящик, уничтожить деревянный ящик 30, уничтожить горшки, прикоснись к знакам. Прикоснуться опавшим листьям. А, до киберки есть задание, да? Ну давай. Осколки, знаю, сколько собрали. 22 из 54. События. Всякие ящики нам надо ломать. К листьям прикоснуться. Так, ты жрать хочешь, да? На, на. Так, ну Гай пока ничего не выполнил. Так, что за воспоминания? 5 КГ вместе. А, против Мадары. Как менять этих главных персонажей? Я чуть пока не понял ни хера. Хм. 90%, нифига. А, поймал, сейчас у меня вообще снесет. Охренеть. О, вообще не очкало. А, ладно, ты. Нифига, у него в этом режиме чакра устанавливается. В моем положении мне проигрывать нельзя. Так, все получили. Так, еще копилочку. Карту получили, ниндзя там. Так. Так, дальше. Смотрим ящики, коробки всякие. А, еще все руку нам надо было. Если так пойдет и дальше, то наши финансы. Но мы не можем просить у деревни дополнительные средства на развлечения. Это верно, но... А, кажется, я что-то слышу.
Бабуля, бабки кончились. Бабуль Сезуна, о чем это вы шепчетесь? Наруто, нет, ни о чем, не обращай внимания. Похоже, что вы прямо в панике. Что? Не неси чушь. Да я угадаю, ты снова влезла в долги, да, бабуля? Ну, нет, не совсем. Значит, ты думала, что уже выплатила свой долг, но на самом деле ты все еще что-то должна? Ну, значит, тебе ничему... Жизнь тебя ничему не учит, верно, бабуля? Новая просьба. Цунада снова влезла в долги. Если бы за бывшей Хокаге повсюду будет бегать собиратель долгов, это может сильно повредить репутации Каноэ. Помогите Цунаде вернуть долг. Так. Что нам надо делать? Хорошо, если хочешь, я тебе помогу. Что? Итак, сколько денег тебе нужно? Ну... Нам не деньги нужны, а кое-какие ценные вещи. Госпожа Цунада. Ценные вещи почему? Разве не проще заплатить за все деньгами? Подумай, как на нас будут смотреть люди, если мы просто возьмем деньги? Может быть, я и вас в отставке, но все же я бывший Хокаге. О, я понял. Легко, наверное, быть в твоем положении, бабуля. В этом все и дело. Так, какой-то список дает. У вас есть записка Цунада. Золотой сюрикен. Серебряный кунай, 20 бронзовый свиток. Принеси мне все из этого списка, эти предметы можно будет очень выгодно продать. Что? Ты не шутишь? Хорошо, займусь этим прямо сейчас. Не нужно приносить мне по одной вещи, просто возвращайся, когда соберешь все. Какая капризная бабушка, ладно, ладно. А у меня вот это все есть, нет? Точно? Он же сам сказал, что хочет помочь, а если он хочет, то как я могу ему запретить? И потом, это имеет к нему непосредственное отношение. Наруто, ты очень хороший человек, я знаю, ты сможешь найти все, что нам нужно. Хочу знать перемещение по событию для событий, которые только что начали. Собери сокровища ниндзя, ценный предмет, который Цунада поручила вам найти, чтобы получить сокровища ниндзя, участвуйте в боях, выполняйте поручения и предметы на карте. Какие-то записки Цунады, чтобы узнать, сколько еще сокровищ вам надо собрать. А, у меня все есть. Не может быть, у тебя уже все есть? Тогда показывай. Хорошо, можешь их отдать. Что, уже что? Оказывается, все есть. Так, фух, значит, мне все-таки удалось, да? Тебе твои проблемы с долгами решены? Дело в том, что у нас на самом деле не было никакого долга. Мы продадим все, что ты принес, а деньги пустим на доброе дело. Нет, не трать эти деньги, лучше отдай их тому, кому ты должна. О, не волнуйся, отдам со временем. И что ты этим хочешь сказать? Куда важнее твоя награда. Что за награда? Она дала Наруто кунай знака пяти великих деревень. Кунай знак пяти великих деревень покрыт драгоценными камнями, сверкающими на солнце. Что за... Это же что-то ценное. Камни так переливаются, и эта штука на вид очень дорогая. Правда? Если тебе нужно было вернуть долг, то почему было просто не продать эту вещь? О, на то были свои причины. Этот кунай ни за что нельзя продавать. Что бы ни случилось, ты должен беречь его. Что? Понял? Да.
Хорошо, если ты правду это понимаешь, задание выполнено. А чё за кунай? Чем он так отличается? Так, вы справились. Благодаря стараниям Наруто, Цунада смогла выплатить свой долг. Благодарность она дала Наруто кунай знак пяти великих деревень. И наказала ни за что не продавать его. Так, выполнили. Доступно новое событие. Опять от Цунады? Чего она дает? Вы помогли Цунаде вернуть долг и привели в действие другой, более сложный план. Что же должно случиться? Проявите терпение и дождитесь, когда Цунада снова свяжется с вами. А, нифига. Окей. Так, здесь ничего такого нету. О. Ящик, который можно посломать. Ломаем все, что можно. А чего же не хватает? Так, что тут у нас? Мы получили сколько вспоминаем сил нового поколения. А, после победы над Нагато Итачи покинул Наруто и отправился искать Кабуто. С помощью дзюцу воскрешения Наруто направился на поле боя и на своем пути встретил команду Гары, по-прежнему сражавшуюся с прежними Кагэ. Сможет ли сила Наруто переломить ход этого боя? Хорошо, начнем. Начать бой. Так, погнали. Так, как менять-то, блядь? Список команд. Движение, подняться, защита. Дюция подмена, удар, защита. Защита плюс 0. Прорыв защиты, контратака, защита квадрат. А как защита делать? Тюрикен, прыжок, прыжки нажмите X. Джей ниндзя, прыжки наклоните и нажмите X. Быстрое нажатие. Отскок. Удержите. Поддержка атаки, получить помощь от друзей. Защита чакры. Пробитый ответный удар, контратака с подменой. Подмена в падении, когда вас выбивают за пределы арены, поддержка вас заменяет. Подмена в тайной технике. Боец поддержки принимает тайную технику противнику вместо вас. Ниндзя с поддержкой, смена лидера. Поверните R влево или вправо, чтобы назначить лидером другого персонажа.
А, вот. А, меня бы сделали. Теперь я понял, как менять. Вот этого толку не было. А, продули. Так. Осколок семена, где он, блядь? Вот это я еще не помню, да? Осьминог, я акулу не выполнил. Силу нового поколения выполнил. Ладно, их потом выполню. Так, сейчас сохранимся. На этом моменте закончим. В общем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения. Всем пока.